И после общения с губернатором области Руне Рафаэльсон встретился с мэром Мурманска Алексеем Веллером. Приграничное сотрудничество и полезные контакты в сфере туризма – основные вопросы беседы двух глав. Не секрет, что приток туристов, в том числе и иностранных, в Мурманск последние годы заметно увеличился. Город, в свою очередь, развивается, облагораживается. Есть что гостям предложить и показать. Полезными достижениями заполярной столицы глава города поделился с мэром норвежской коммуны Сёрварангер. Основные два вопроса – это продолжение и дальнейшее развитие приграничного сотрудничества, несмотря на все сложности большой политики, которые сегодня объективно присутствуют в мире. Тем не менее, очень отрадно видеть, что приграничное сотрудничество, сотрудничество на уровне муниципалитетов, коммун, на уровне людей, по сути дела, не прекращается. Представитель норвежской стороны высоко оценивает добрососедские отношения. В Мурманске уже успешно работает ряд представительств норвежских компаний. Мэр Сёрварангер на встречу с Алексеем Веллером прибыл в надежде подписать договор о сотрудничестве между норвежским муниципалитетом и Мурманском. Ведь для мурманчан норвежская коммуна не менее привлекательна. В летнее время мы можем предложить ловлю крабов, морские прогулки, культурные мероприятия, покататься на собаках, на оленях упряжках, различные виды зимнего туризма. Тем более, что недавно был введен 72-часовой безвизовый режим для пассажиров иностранных круизных лайнеров, что открывает большие возможности для норвежцев.